Самый популярный корейский бойс-бенд BTS отправляется в армию. В 2020 году парламент Южной Кореи принял закон, который позволил звездам кей-поп, таким как BTS, получить отсрочку от службы. Однако теперь лейбл артистов Big Hit Music объявил, что все участники бойс-бенда отправляются на военную службу. Представители поп-звезд заявили, что для участников BTS большая честь служить своей стране. В комментарии Sky News лейбл заявил, что группа соберется в 2025 году после своей демобилизации. В Южной Корее все трудоспособные мужчины обязаны пройти военную службу от 18 до 21 месяца.